Странная черная полоска в дверях была, ну-ка. Блять, ну не говорите, что опять люди заряженные попались. А, чувак, это PvP сервер, блядь. Здесь в основном люди заряженные ходят. На парковке два моба. Нет, один. Два. А парковку включил же ты, да? Да. Наша, блин, наш единственный шанс это их ебануть, блядь, и попытаться отстреляться. И выйти. Ну, выйти можно, да. Можно, блядь, это... Сейчас стамина отрекинется. Но они далеко очень. Они прям там на выходе уже. Открывай, сейчас я покажу, как это делается. Давай. Они справа на выходе самом. Блядь, сука. Я пытаюсь целиться, а у меня перед мордой открыть дверь, блядь, табличка нахуй. Ну, вторая дверь, блядь, закрыта. Я навелся, блядь, а у меня белая эта херня. Тихо, пацаны. Дурхак. Че меня кидывает? Ты сейчас поднятой головой вниз. Я не могу бегать. А, вот. Кирилл, отойди. Я тоже хочу попробовать. Блять. Я залез. Иди вот на той двери, на второй попробуй. Нам как раз нужна информация по второй двери. Ты смотришь на меня, да? Иди сюда. Трое стоят. Они стоят, целятся в меня. Рылом или... Трое. Один заряженный, два бомжа. По второй двери сейчас дам инфу. Стой там, Кирилл. Сейчас мы будем по ним стрелять, блядь. Через двери, блядь. Сейчас, я двери открыл уже обе, блядь. Нахуя закрой? Да надо нахуй. Было подождать их. Что сидеть-то, блядь? Дим, нахуя? Дорхак работает. Когда научился юзать дорхак. Уходи. Стреляют по мне. Спаситель. Не хотел. Закрывай двери, Вадим. Ой. Да их зачем закрыл бы? Я только выстрелить хотел. Открывай обратно. Стреляй по Вадику. Выйти хотел. Вот это. Стой, да погоди, я понял, сейчас погоди. Вот он, боя. Ты прикинь чуваку, который будет на нас смотреть. Прекратить огонь! Он смотрит не хуй знает куда. Прекратить огонь! Не стреляй! Бля, он сейчас ебало нам повесит. Он прям на нас смотрит. Откройте, вот встаньте кто-нибудь слева от двери, откройте правую половинку. А вот он, вот он, вот он. Вот он, Вадим. Убил, по-моему. Тихо. Бля! Что ты делаешь? Чуваки, ну вы гоните совсем, надо было лутануть. Нахера вы, блин, дверь открываете? Да все, я лутанул уже. Дохак заказывает. Они двое. Сейчас, погоди. А я лутанул его? А че он не бреет? Я думал, он побреется перед тем, как... Че, тебе калаш надо один? Будь метким самым. Не, я постреляю, пока спейму. Ну как хочешь. Давай мне калаш, я готов на калаш. Че, погоди, я посмотрю, какие патроны. Если игольники, я их уберу вообще. Игольники? Не, ПСы. Похуй. Ну давайте, короче, давайте дальше. Сейчас. Обойму, он разряжает. Отдай мне калаш. Нет, ты бомж. Если б Дима сказал, я б Диме дал. Закрой, я опять посмотрю и тогда откроем. Закройте! Не можем. Я закрыл. Тихо. Смотри, что он тебя точно так же не ебанулся. Смотри, через мой придурок. Вот один, вот второй. Один сюда за машину черный уходит, второй за УАЗиком дальним. Ты же у меня в мониторе, посмотри, можешь. Вышел, вот смотри. Да у тебя нихуя не получается, долбоёб. Я с первого раза его сделал. Сука! Кто это сделал? Дима!